Встреча с песней, раскраска неизменно рождает улыбку, дарит какое-то особое состояние. Настолько она зажигательна своим таким счастливым состоянием. И обложка видеотекста сразу рождает предвещение этой новой, праздничной, счастливой встречи. С первых кадров видеотекст настраивает на новое, более тонкое восприятие песни. Сказочное предисловие, с которого он начинается, помогает ощутить значимость этого момента встречи с песней. И в душе в ответ рождается очень тонкое, трепетное, бережное отношение к песне, как к адресному подарку сказочника, который он дарит нам прямо сейчас. И ощущение, что это происходит прямо сейчас, что он делится с нами, оно становится еще более ярким благодаря характеру появления букв. Они словно написываются одна за другой прямо сейчас для нас, вместе с теплым, сердечным голосом сказочника. И еще один сказочный сюрприз ощутился. Во время звучания музыки на экране появляются слова, завершающие строчки каждого куплета. И слова, появляясь последовательно, помогают прочесть их в созвучии с музыкой, в ее ритме. И ощутилось, как же это радостно. Это созвучие музыки и слов, оно словно помогает прикоснуться, ощутить то состояние, которым с нами делится сказочник. И завершающие кадры видеотекста, появление яркого такого луча радужных красок, ощутилось как приглашение, радушное от всей души, приглашение в праздничные, радостные просторы сказки. И как образ воплощения мечты сказочника, проявление этого радужного луча сказки, сказочных чувств в его подарках. И обратившись вновь к обложке видеотекста, ощутилось, что он представляет нам и сам комплекс «Морская сказка». Ведь его оформление так похоже на море, такое сказочное море, море чистых, светлых, радужных чувств.